Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем играть за музыкального продюсера. Давайте посмотрим, что же мы сможем с нашей группой еще сделать. Так, что нам нужно? Во-первых, нам нужно отдохнуть. Отличненько, что это такое? Декстер Бейкер попался в полицию при пьяном вождении. Ну, придется залог за него заплатить, 800 баксов. Ну да ладно, блин, и репутация у нас снизилась сразу. Так, диск мы пока выпускать не будем, у нас всего 4 песни, давайте запланируем шоу. А сколько у нас денег? Я не посмотрел. Подождите минуточку. 3 миллиона 700, да? А что мы на 3 миллиона 700 можем заказать? Так, 250 тысяч поклонников, чтобы открыть. Так, а мы... Слушайте, а мне интересно, вот мы концерт даем, да? В маленькой точке. Она потом исчезает? Давайте это проверим. Ванкувер. То есть подтверждаем. Все, мы запланировали день выступления. И что, у нас прибыль 17... Так, 17 тысяч. Да, не густо. Ладно, ну, репутация. Ну, у нас еще фанатов 17 тысяч. Репутации нормально. Хорошо, и нам надо опять отдохнуть. Что это такое? Опять Блейк Бейкер только что написал новую песню. Отлично. О, жена 3 звезды, слушайте. Это хорошо. Наш чувачок прокачивается. Давайте прокачаем их. Так, а мы сначала фронтмена прокачаем. Следующий день. Что опять такое? О, достижение. Кенгуру Кик. Эй, приятно познакомиться. Извини за задержку. Нужно было решить кое-какие проблемы по пути. К слову о проблемах. У меня неверно... Наверное, не так уж много времени, поэтому давай перейдем сразу к делу, дорогуша. Так, не надо называть меня дорогушей. Я смог поместить тебя в список самых влиятельных людей Океании, что означает, теперь ты сможешь отправлять туда свои группы для выступлений. Да, немного далековато отсюда, но оно того стоит. Жду не дождусь увидеть там твои группы. Так, значит, у нас открылась все-таки, да? Новая зона, но мы пока что прокачиваем своих чуваков. Что такое? Блейк Бейкер опубликовал пост в социальных сетях в поддержку авторитарного режима. Ну ладно, что-то наш чувак постоянно что-то творит. Запланируем концерт. Так, нам надо хорошенько отдохнуть. Промоутер invited Блейк Бейкер Band в Сеуле, в Северную Корею. Нас так принять. Хорошо. Почему бы нет? Так, нам нужно отдохнуть. Да что ж такое-то? Лиам Вандерберг страдает от бессонницы и постоянно пропускает репетиции. А, что ж с ним делать-то такое? Мэм, а София Вонка распространился как вирус по всему интернету. Мем? Ну ладно, подумаешь, мем и мем. Так, что у нас открылось? Вот тут площадки у нас открылись. Это что у нас такое? Маленькая точка. И вот тут у нас три точки появилось. 70... 1 900 000 и 350. Давайте с 70 начнем. Без проблем. Так, отыграем. 19 тысяч фанатов, отлично. 219 тысяч заработали, но неплохо. Давайте, что у нас? Блейк Бейкер прошел через турбулентный развод с ее супругой. Много ссор было вынесено из избы. Ну, ничего не поделаешь. Прошел и прошел. Запланируем следующий концерт, и теперь у нас за 355 тысяч. Хорошо. Чудесненько. Так, и когда у нас, вот он, день выступления. Сколько мы? 850 тысяч заработали, 21 тысяча почти новых фанатов у нас. Репутация тоже прибавилась. Хорошо, у нас уже 4,5 миллиона почти, кстати. Я думаю, нам надо прокачать еще наших чувачков. Они очень круто стараются. Что у нас случилось? Известный священник сказал, что музыка Софии Вонг от нечистого. Да хрен с тобой. Вообще не обращаю внимания на всяких священников, которые высказываются о нашей музыке. Так, что теперь? Блейк Бейкер опубликовал в пост соцсети. Минус реп... Да что ты, блин, фронтмен, ты запарил на самом деле там что-то публиковать? День награждения. Да день награждения вообще смысла никакого нет. Мы вообще там никакое место даже не занимаем, потому что мы еще ничего не выпускали. Так, и теперь давайте
Самый мощный концерт бахнем. 1 900 000. Погнали. День выступления. Так, что, Лям страдает от бессонницы. Ты что-то часто стал страдать от бессонницы. 18 тысяч фанатов всего, что-то мало. Плюс 14 репутаций. Но мы заработали 260 миллиона. И это не кисло, скажу я вам. И мы можем наших чувачков еще немножечко прокачать. Я думаю, чем больше мы их прокачиваем, тем они становятся плодотворнее в плане творчества. А вот эти вот фиговинки, непонятно, что нам дают. Так, а может быть нам еще одну группу нанять? Поиск группы, давайте. Навыки поиска 34. Ну, нормально. Отчет скаута. Так, ну давайте подождем. Так, и что же нам? Металл альтернатива гранж. Так, ну что-то я особо-то не хочу ничего. Такого металл альтернатива гранж. Давайте металл возьмем. Че, нет? У нас теперь будет две группы, да? Так, концертик, я думаю, надо нам запланировать. Блин, смотрите, песня-то. Вот это хорошая песня у нас. Давайте запланируем где-нибудь концерт крутой. Дорогуш, 1 600 000, 900. Какие-то концерты все, прям 2 миллиона. Где у нас 1 800 000? Где прям мощные такие? Чё-то ничего прям мощного такого нету. Где площадки-то самые крутые? Прям вообще что-то грустно. Ну давайте вот тут где-то за 2 миллиона мыло, да? Вот, вот, 2 миллиона. Давайте вот тут и бахнем концерт. Так, следующая группа. А следующая группа у нас ни хрена не может сделать. Так, день выступления. Погнали. 21 тысяча фанатов. Хорошо, я и 2,5 миллиона даже больше заработали. Хорошо, как нам... Так, я так понимаю, мы прокачиваем только эту группу, да? Так, София Вонг страдает от наркотиков и алкоголя и постоянно пропускает репетиции группы. Это что за фигня? С какого хрена она начала наркотики у меня принимать? Это очень плохо. Так, группы. А как мне группу сменить? У нас репутация... У нас сотка хоть когда-нибудь была? Или нет? Не пойму. 97 тысяч фанатов у нас, да? А у второй группы... Так, а как нам... А, вот, следующая группа. Следующая группа у нас... Блин, у нас сотка есть. И мы ничего с ней сделать не можем пока что. Хм. А мы подписали с ней контракт-то. Следующая группа. Блин. У нас эта группа ни концерты дать, ничего пока не может. Так, и... Ну, давайте запланируем следующий концерт. Что делать? О, мы для нашей новой группы можем концертик забубенить. А давайте сразу на 2 ляма бахнем. Концертом, нет? А чё нет-то? Вот так вот. Подтвердить. Они охренеют. Погнали. София Вонка уклонялась от уплаты ее налогов и теперь задолжала 1500. Ну ладно, заплатим. Ничего не поделаешь. Ну что, ребята? Ноль зрителей. Ноль прибыли. Мы 2 ляма просто спустили. Охренеть. Вообще никто не пришел, прикиньте. Так, следующая группа. Так, ребята, я вас буду прокачивать, блин. А что делать-то? Вы вообще охренели. Это все круто. Опубликовал восхваляющий криптовалюту. О, плюс. Ну, плюс это хорошо. Если плюс, тогда отлично. Слушайте, я не понимаю, как я 2 ляма так спустил-то? Охренеть. Так, ну чё, мы опять никуда не попали. Нам бы на альбом вообще материала набрать. Так, ну пока
пока хреновенько. Так, давайте пополним бюджет. 2 ляма. Где у нас? Вот, подтвердить. Следующая группа ни хрена не может у нас. Следующая группа. Во. Давайте запланируем самый маленький. 1200 вместимость. Подтвердить. Посмотрим, что они смогут. 22 тысячи, 2600. Нормально мы отыграли. И посмотрим, что следующая группа. Выиграл награду музыкант недели в его родном городе. Лиам Вандерберг. Красава вообще. И что? Ну, давайте посмотрим, что вторая группа опять нам принесет. И да ладно, 1675 фанатов появилось. Чудесно. Наконец-то. Репутация плюс 3. Все, теперь, ребята, я вами немножечко начинаю уже гордиться. Так, я сначала прокачаю своих чуваков главных. А потом уже начну прокачивать вторую группу. Потому что вторая группа мне приносит пока что хреновую очень прибыль. И вообще из-за них я в минус на 2 ляма ушел. И надо... Так, что такое? Видеоканал Софии Вонг в интернете стал вирусным. Репутации нифига, зато поклонников 29 тысяч еще появилось. Это круто. Так, на ком мы остановились-то? Так, второго прокачиваем. А, вот этого и последнего. София Вонг попалась на оставление ксенофобных комментариев. Да, ничего не буду предпринимать. 9000 поклонников минус. Да вы чего, блин, там творите-то? Совсем охренели. Совсем потеряли. Вы чего, ребят, зазвездились, что ли, совсем? Так, Блэк Бейкер опубликовал пост в поддержку авторитарного режима. Опять минус поклонники. Да что ж такое-то? Так, ну чё, ребят, блин, мне только остается. Так, а сколько тут за 2 миллиона? 100 тысяч вместимость. А за 1 800 000 у нас было... Где у нас вместимость-то побольше? Вот, вот тоже вместимость. За 1 900 000. Нормально, давайте там бахнем. Так, следующая группа не может пока у нас выступать, да? А сейчас... Во... Так, а вы... Так, 1200 выступили. 250. Так, но я думаю, вы пойдете вот так, по порядку. Блин, 40 тысяч вместимость. Может, 250 вам надо? Ладно, пусть будет 40 тысяч. Ничего страшного. Думаю, отыграете нормально. Все, так, 2 лимончика мы заработали еще. Отлично. Что теперь? Медиа обнаружила незаконнорожденного сына брошенного Лиамом Вандербергом. Ну это, чувак, это плохо на самом деле. И ты мне принес минус 8 репутаций и минус 22 тысячи поклонников. Ты что творишь вообще? Может быть, тебя выгнать надо? Что-то последнее время с ним проблема. Мне кажется, надо с этим чувачком распрощаться. Ну что, вторая группа. 751 фанат и 1 репутация. 99 тысяч заработала. Ну, неплохо. Так, ну, блин, где этот Лем, бас-гитарист? Как бы мне от тебя избавиться, чувак? 29 лет, а ты творишь такую дичь вообще. Ладно, мы запланируем концерты где-то на 70 тысяч вот тут. Так, что такое? Опубликовал пост, во, который социальной несправедливости. Вот, давай, возвращай репутацию и поклонников, а то ты вообще уже, блин, заканал меня на самом деле. Так, бас-гитара. Бас-гитара, так, прокачали. 18 тысяч, 1 600 000, отлично, репутация 13. Теперь... Фронтмена. Теперь бас-гитариста. И... Так, что там опять? Хочет отдохнуть от работы? Все, нахрен. Иди отдыхай, ты задолбал просто. Просто достал. Я не знаю, что с ним делать. Кошмар какой-то. Так, давайте прокачаем наших следующих чуваков.
следующая неделя. Вот так вот прокачиваем. Так, известность священника. Да, от нечистого. Опровергнуть обвинение. Во, плюс. Все, надо запомнить, что надо опровергать сообщения священников. Ну, потому что, блин, что этот священник вообще лезет, свое жало сует не туда, куда надо. Так, ну что, мы концерт-то можем замутить? Давайте, нам нужно делать концерты. 79 тысяч, 1 800 000, да? Конечно, блин, конечно, делаем концерты. Нам надо больше концертов делать. Ни хрена. Так, альбом мне пока выпускать, конечно, еще рано. Так, ну мы, нет, еще не можем пока запланировать. Так, 1 900 000 заработали, 17 репутации, хорошо. А теперь нам надо вот этим чувакам концерт устроить. Сколько мы им давали? 40 тысяч, да, концертную площадку? А какую вам теперь побольше-то дать? 79 тысяч, 1 800 000. Я не знаю, потянут они ее или нет, или мы опять сейчас прогорим, хрен его знает. Так, поклонник только что бросил бумажник полный денег. 500 баксов заработали, хорошо. И как концерт прошел? Так, 15 тысяч зрителей пришло всего. Концерт был провалом. Короче, мы опять больше ляма спустили. А я думаю, знаете что, надо с этой группой разорвать контракт. Чё-то они меня прям расстраивают на самом деле. Мы уже 3 миллиона просто спустили на них в никуда. Лучше мы эту группу будем развивать до конца. Известная поп-звезда Рэй Анна дала интервью телевидению и рассказала, что Блэк Бейкер является одним из самых талантливых музыкантов в ее жанре музыкального искусства. Сразу 24 тысячи. Вот у меня Блэк Бейкер вообще красава. Вот просто красавец. Он мне приносит просто славу. Ну вот Лиам Вандер Хрен, вот это так, суперстар достижения получили. Это чё мы типа уже прокачиваемся просто на сумасшедший уровень, что ли? Так, Блэк Бейкер опубликовал пост, опять хреновенько нам стало. Давайте концертик замутим. Так, надо, блин, отбивать деньги. 100 тысяч, 2 ляма тратим. Ух, ничего не поделаешь. Так, промоутер пригласил группу София Вонг выступить в Порто-Алегре, Бразилия. Принимаем. Почему нет? И выступление, да. Отлично. Все у нас идет. Мы прям можем концерты там давать постоянно. И прокачивать наших чуваков. Я просто не знаю, кстати, а насколько максимально их можно прокачивать-то. Навыки 80. 86. 8. А, то есть мы можем качать вот так вот, да? Прикольно. Не, давайте равномерно прокачивать на самом деле. София Вонг была приглашена как актер в кинофильм известного режиссера. Она получила вознаграждение по результатам и так. Ну, 150 баксов мы заработали. Серьезно? За кино? И минус еще поклонники? Смешно вообще, просто смешно. Так, мне кажется, надо до 90 прокачать. Или нет, нам нужен концерт. Нам нужен дорогущий концерт. Денежки надо все-таки зарабатывать. Все чудесно. Так, промоутер пригласил. Хорошо. Во, 6000 поклонников. Да что такое? О, концерт прошел. 24 тысячи новых фанатов у нас. Чудесно. И денег заработали. О, прибыль 4 ляма 200. Вот это вот нормально уже. Вот это вот прибыль, вот это очень круто. Склонность у нас металл. Да вообще пофигу. Так, прокачиваем. Давайте, блин, нет, будем по очереди прокачивать, как и прокачивали. Всех равномерно, потому что если мы будем качать одного, это будет плохо. Что у нас такое? Поклонник записал кавер на песню, написанную Лиам Вандерберг, и использовал ее название в фильме. Ваш выбор. Прорекламировать работу. Да, вон. Репутация плюс. И поклонников 13 тысяч новых.
Так, поклонник только что бросил бумажник. 500 баксов заработали. Хорошо. А мы пока прокачиваем дальше нашу крутую группу. Блин, они мне денег на самом деле до хрена приносят. Но я уже хочу сделать прям альбом. Сделать очень крутой альбом. Так, известный священник. Так, опровергнуть. Священник что-то разошелся. Надо что-то с ним сделать. Опять незаконно рожденный. Блин, София Вонг. Вы что творите, блин? Минус 48 тысяч поклонников сразу. Я ничего не могу с этим сделать. Вы задолбали, блин. Где вы этих детей незаконно рожденных-то все время берете? У нас 4 звезды уже, блин, репутация группы зависит от ваших действий. Вы задолбали просто на самом деле. Сколько можно-то? День концерта, чего? 400, нормально. Репутация 13. А, был вовлечен в драку с ведущим ТВ-шоу, который в любом случае никому не нравится. Ну, блин, хотя бы плюс какой-то в репутации, блин. Ну, хоть чего-то ты сделал, что принесло, блин, пользу группе, а то ты, блин, только нас все портишь на самом деле, да. Ох, так, давайте следующий концерт. Видеоканал Лим Вазерберг в интернете стал вирусным. 54 тысячи поклонников. Чувак, спасибо, ты, блин, наконец-то спас группу от провала, потому что последнее время ты ее только, блин, в жопу загонял. Так, ну чё, опять эту площадку берем? Нам надо денег как можно больше захреначить. И знаете, что я заметил? Если мы со 100% силами выступаем, у нас прибыль больше. Вот смотрите, 4 миллиона, ну хотя не особо, зато 26 тысяч еще фанатов и 18 репутация. Ну, у нас соточка, ребята, у нас соточка. Ништяк, ну качество, конечно, еще до 100% мы не прокачали. Блин, хочется треков, почему мой чувак не пишет треки новые? Давай, я тебя буду прокачивать. Так, ох ты, 2 достижения получили. И кто это такой? Африка. Чё, кого? Ага, до того, как ты задаешь вопрос про автограф, я дам тебе его позже. Конечно же, ты уже знаешь меня из социалок, я отправлял прямое сообщение о том, что я встречу тебя сегодня, чтобы теперь мы могли вместе продвигать выступление в Африке. Да, все уже устаканено, давай сделаем пост об этом и разбежимся. Мне нужно поймать еще 3 авиарейса сегодня. Так, ну что, у нас открылась Африка. Это круто, София Вонг была вовлечена в драку с ведущим, который всем любим. И 22 тысячи поклонников мы потеряли. Они задолбали драться. Что с ними происходит-то? Опять София Вонг. Ну ладно, вернула. Так, давайте посмотрим, где у нас Африка. Вот это открылось, да? Слушайте, не густо тут в Африке-то, хреновенько. 11 тысяч, 60 тысяч. Так, ну, допустим, давайте начнем с зеленой точки. Самое хреновое. Почему нет? Африка так Африка. Подумаешь. И прокачиваем потихонечку наших чувачков еще дальше. Вот. Следующий у нас день выступления. Ну и 7 тысяч мы всего заработали. Зато 21 тысяча фанатов. Группа выдохлась. Ну понятно, блин. Могли бы лучше, конечно. Окей. Промоутер пригласил группу Декстер Бейкер выпустить в Сао Пауло, Бразилия. Окей, без вопросов. Да, я знаю, что наш ни один альбом никуда не попадает, потому что у нас чувак не пишет песен. Блин, ни хрена почему-то. Запланируем концерт. Так, зеленый мы прокачали. Теперь желтенький или синенький. 60 вместимость, 300. 11, 2500, 1600. Вот, 1600. Потом 2, вот, 1600. Мы по всем пройдемся. Нам, в принципе, не сложно. Так, приглашение принимаем.
И зрители его еще 26 тысяч фанатов, денег заработали мало, но у нас популярность растет. Ништяк, 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 слушайте. Что такое? Блин, промоутеры нас только зовут и зовут на самом деле. Так, сколько нам прокачиваться-то? Чувак, медленно качаешься. Очень медленно качаешься. 90 бы тебя догнать на самом деле-то. 85,2. Ты, блин, еще давай. 85,7. Пипец, да сколько тебе надо прокачаться-то, чувак? 86. Я бы тебя прокачал на максимум. Блин, и жалко, я уволить тут никого не могу. Блин, у нас у бас-гитариста вообще вот навыки полтинник. Он самый у нас шляпный. Зато Декстер Бекер у нас вообще 92. Охренеть. Ну что, давайте... Так, Блейк Бейкер втайне пожертвовал половину своего заработка в этом месяце учреждению детской благотворительности. Молодец, чувак, поддерживаю. Так, поклонник только что бросил бумажник. Блин, Блейк Бейкер вообще красава. И чё, давайте запланируем следующий концертик. Так, 1600 у нас было, теперь 2500. Потом будет... Вот, 2500 мы отыгрываем. Нормально. День выступления. Отлично, еще 24 тысячи фанатов. 91 тысячу заработали, неплохо. Прокачиваем наших всех чуваков по кругу. Так, вот так. Что такое? Опять этот Лем Вандерберг опубликовал пост. Блин, ему надо вообще интернет нахрен отключить. Он задолбал на самом деле. Так, бумажник кинули. Хорошо. Так, хочет отдохнуть от работы. Так, иди на перерыв. И мы... Так, что Декстер собирается запустить новую кампанию в его социальных сетях. Он просит вашего мнения, поэтому просить фанатов проголосовать за бренд, заключить сделку с самым прибыльным... Да, фанатов, конечно. Вон, 63 сразу. Тысячи. Надо, конечно, с фанатами общаться. Так, и следующий концерт у нас, получается, 2500 мы провели. Нам осталось 11060. Все, давайте Африку просто, чтобы закрыть уже. Отыграем везде. Так, понятно. Так, и 375 тысяч, еще 25 тысяч фанатов. Чудесно. Так, София Вонг немножечко нам фанатов подкинула. Прокачиваем всех. Так, принять предложение. Отлично. Так, теперь бас-гитариста прокачиваем. Теперь нашего Лема Галимова прокачиваем, который нам только одних проблем доставляет. Теперь, так, да, в Белград, в Сербию. Да, конечно, слетайте, чё нет там. Да что такое? Так, она был вовлечен в драку. Ну, плюс, хорошо, он хотя бы... Так, не можем, да, мы... Вот, давайте запланируем концерт. Получается, вот этот последний у нас на 60 тысяч. Подтвердить. Так, купить авиабилет. А что такое случилось? Поклонник с другого конца страны написал письмо, в котором говорит, что он и его друзья верные фанаты и больше всего хотели бы новый фест от группы. Но у них нет денег. Как должен поступить, чувак? Конечно, купить билеты, блин. Нам это копейки стоит. Блин, 199 тысяч поклонников! Во! Мы показали, на что мы способны. Ну и что? 25 тысяч. Слушайте, вообще шикарно. И на этом мы сегодня закончим. Мы сегодня очень круто поработали. Мы попробовали взять еще одну группу, но с ней, конечно, возникли проблемы. Очень хреновая группа. Мы только 3 миллиона с ней потеряли, и это беда. Зато, смотрите, с нашей старой группой мы прям очень хорошо так прокачались. У нас ежемесячные расходы маленькие, всего 140 тысяч, зато у нас почти миллион фанатов. Нам очень все хорошо, и мы открыли все страны и отыграли в Африке во всех точках. Вот это прикольно. Ну что, ребят, на этом заканчиваем. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх, это
для меня будет очень приятно и поможет каналу развиваться. Также залетайте к нам в Discord, там часто разыгрываются ключи, мы устраиваем всякие конкурсы. Давайте залетайте, пообщаемся там. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока.